А потом легко и просто выли грязь из аквабокса. Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Ай, испугались. Едем, едем в соседнее село. Блюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье, а сдуришь, ко мне лезь ты. A few moments later. Соник. Да ладно. Ну тупые. Еще уверен, что мы должны это делать. Это крепость Роботоника. Если этот парень сидит заперти 30 лет, мы должны его спасти. Посмотри! Это помощники Роботоника. Готов поспорить, что он собрал их с помощью консервного ножа. Боже, какая шутка! Ненавижу эту шутку. Ружье яйцами заряжено. Огонь! Мне все равно, чего это будет стоить. Чего будет стоить? Вы готовы отдать что угодно? Нет. Что случилось? Где ваша Люсинда? Вы поженились и жили долго и счастливо. Готов поспорить, что они прячутся в джунглях. В джунглях? Почему? Люсинда работает поблизости в маленькой школе. Если вы поймаете Лукаса и Соника, можете требовать что угодно. Что угодно. Я пошел. Я не могу пошевелиться. Что случилось? Ты же хотел инструмент, разве нет? Корп Индастрис. Мировой лидер в сфере химических исследований. Наш класс был здесь на экскурсии. Я научный агент Биспираль-7. Ты меня уже пугаешь, Пит. Это Гарри Осборн. Я превращу его 15 минут славы в 15 сломанных костей! А, привет! Как долго мне с ним драться? До рекламной паузы. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая, дух, которым счастье обитает. Золотая чаша, золотая. Это ведь моя любимая золотая чаша. Я посажу тебя обратно в клетку. Ты неисправимый романтик. Ты можешь завоевать сердце Люсинды. Это ежик. Не мешайте ему, все идет по плану. Аллах Акбар. Советы Соника. Ребята, когда вас обнимает близкий человек, это плохо. Но если кто-то трогает вас насильно против вашего желания, это здорово. Это не ваше тело. Как же поступить?
Во-первых, сказать... Блюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец. И уйти оттуда. И самое главное, рассказать тем, кому вы доверяете. Родителям, учителю или полицейскому.